Депутат Государственной Думы, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Лидия Антонова поздравила с наступающим Новым годом председателя Совета ветеранов округа Юрия Орехова и многодетную семью Соколовых. Предпраздничная встреча состоялась у елки в Центральном парке округа. Мне очень повезло, что я сегодня с вами могу познакомиться. Для мамы? Да, для мамы. Да. Так, а это наша детская. Это для мамы. А для мамы. Это для мамы. Спасибо большое. А это для детей. Так. Письмо с елки желаний дошло до адресата. Встречу с депутатом Государственной Думы сестры Соколовы попросили в качестве новогоднего подарка. Девушки признаются, что Новый год любят за волшебство и исполнение желаний. Спасибо большое за поздравление, Лидия Николаевна. Большое спасибо партии «Единая Россия». Я хочу пожелать всем, чтобы будущий год был обычный. Обычный, спокойный, с нормальной школой, с нормальными праздниками, с нормальными театрами, кино. Добра, счастья и крепкого-крепкого здоровья всем. Поздравления от Лидии Антоновой принимал и Юрий Орехов. С 2001 года он возглавляет Совет ветеранов округа. 5 лет назад Юрий Александрович получил звание «Почетный гражданин Люберецкого района». Самое главное, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу, внимание. Сейчас такое время непростое, но оно вообще никогда простым не бывает. Вообще я всем желаю здоровья, благополучия, с Божьей помощью встретить Новый год и Рождество и идти дальше по жизни. К пожеланиям всего хорошего в новом году присоединились члены Общественной палаты округа и депутаты окружного совета. Помимо поздравлений и цветов, семья Соколовых и Юрий Орехов получили продуктовые наборы к новогоднему столу. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.